Приветствуем всех на канале интернет-магазин пряжи пряжа.су. Сегодня подготовили для вас такой красивый рельефный узор. Он подойдет как для мужских, так и для женских изделий. Рельефный, его можно использовать как обыкновенную резинку, также можно использовать как основной узор. Можно связать плечевое изделие или шапку и шарф, набор такой. Давайте приступим к вязанию. Также хочу показать пряжу, из которой вязала. Это Кутнор Экофил Бест Фаэтана, 100% мериносовая шерсть. На нашем сайте представлена полностью вся цветовая палитра. Оставляем ссылки внизу в описании под этим видео. Можно будет перейти, посмотреть пряжу и оформить заказ. Раппорт узора. 4 петли, 2 ряда. Первый ряд, кромочную петлю, снимаем и провязываем 2 петли. Изнаночные, 2 петли лицевые, и так провязываем до конца ряда. 2 петли изнаночные, 2 петли лицевые. Провяжите самостоятельно и встретимся во втором ряду. Во втором изнаночном ряду кромочную петлю снимаем и провязываем все петли до конца ряда. Вяжем все лицевые. Провяжите самостоятельно. Все, теперь повторяем все с первого ряда. Кромочную петлю снимаем, 2 петли изнаночные, 2 петли лицевые. И так вяжем до конца ряда. Повторяем первый и второй ряд. Во втором ряду все петли лицевые. Посмотрите еще раз, какой красивый узор у нас получился. Это пряжа. 100% мериносовая шерсть. Заказать можно у нас на сайте. Все ссылки будут внизу в описании под этим видео. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых выпусках. До свидания!